Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем ролике я вяжу очень яркую и сочную сумку из трикотажной пряжи. Она небольшого размера, поэтому потребует немного вашего времени. Очень эффектный и необычный узор. Вместит все самое необходимое и завершит любой стильный образ. Для своего изделия я остановила выбор на трикотажной пряже фирмы Бисквит. У меня цвет малина, очень сочный и красивый. Камера не в полной мере передает его яркость. 100 метров 330 грамм. Характеристики моей пряжи. Также я приготовила клапан размером 10 на 15, уже установила замок. Клапан имеет эффект бархата, 2 разъемных кольца карабина и ручку-цепочку. Здесь на ваше усмотрение ручка может быть заменена на другой тип ремня или связана из той же трикотажной пряжи. Все необходимые ссылки по изготовлению и оформлению ручек и аксессуаров для вязаных сумочек я оставляю в описании под этим роликом. Туда прикрепляю свой промокод на скидку и ссылку на продавца-производителя необходимых инструментов и материалов. Использовать буду крючок номер 6. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Свой моток пряжи я установила в корзину-клубочницу на опоре. С такой опоры моток будет разматываться равномерно и поступать в вязание ровно и аккуратно. Вам тоже советую сделать это, так как при вязании данного узора имеет большое значение именно подача нити. Я создаю первую петлю, набрасывая нить на крючок. Отрез нити оставляю перед работой, подхватываю рабочую нить, первая петля. Далее располагаю нить на руке скруткой швом нити вверх и создаю цепочку из воздушных петель в количестве 30 штук, достаточно свободно, не затягивая петли. Теперь я буду вставлять в крючок заднюю перемычку косы из воздушных петель. Она здесь. Первую пропускаю, она уходит на петлю подъема. Во вторую ввожу крючок, подхватываю нить и провязываю столбик без накида. Один и следом в следующую точку второй. Я заложила начало ряда. В конце и начало ряда у меня будет провязано по 2 подряд столбика без накида. Далее я провязываю воздушную петлю и пропускаю следующую точку, вставляю крючок далее, провязывая столбик без накида. Снова воздушная, пропускаю следующую столбик без накида. У меня образуются отверстия, окошки. Так продолжаю до конца ряда. Да, у меня остается 3 точки для провязывания. Я уже провязала воздушную, пропускаю одну точку, провязываю столбик без накида. И в следующую еще один столбик без накида. Готово. Если пересчитать, у меня получается 13 отверстий. 2 столбика в начале, 2 в конце. Далее чередую столбик и пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перехожу на следующий ряд. Подъемная петля. Переворачиваю вязание. Нахожу первое отверстие в начале ряда, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. С этого момента вдвойне важно следить за подачей нити. Я накидываю нить на крючок таким образом, чтобы получился красивый стежок, а нить по-прежнему на пальце скруткой вверх. Далее ввожу крючок в основание, в самый угол полотна. Подхватываю нить и вытягиваю стежок так, чтобы скрутка оказалась внутри,
А на лице у меня красиво располагалась нить с одной и с другой стороны. Снова накидываю на крючок и снова в ту же самую точку вывожу еще один стежок. Так мне нужно 3 стежка и 3 накида. Еще раз, последний раз. Вот что я имею на крючке. Намотка из 3 стежков и 3 накидов. Теперь подхватываю, пытаюсь их провязать, но провязываю не до конца, а до того момента, пока на крючке не окажется петля основания и петля, которую я протянула через все стежки. И здесь сейчас завершающий стежок. Первый сегмент узора связан. Важно следить, чтобы нить ложилась аккуратно как на лице, так и на изнанке узора. Здесь можно распустить узелок начала, подтянуть его хорошенько, чтобы не было лишнего отверстия. Далее нахожу следующее окно по своему узору и провязываю столбик без накида. Далее будет точно такой же фрагмент, пучок из 3 накидов и 3 провязанных стежков. Я накидываю нить на крючок. Вставляю крючок в предыдущее окошко отверстия. Вытягиваю нить на уровень тех петель, которые находятся на крючке. Снова накидываю на крючок. Вторая. Снова на крючок. И 3-я петля из той же самой точки. Провязываю вместе и закрепляю. Готов следующий пучок по узору. Снова столбик без накида в следующее отверстие. И повторяю, провязывая пучки в предыдущие отверстия до конца ряда. Напоминаю, у меня было 13 отверстий, в которые я провязала пучки узора. Но так как первый пучок был вывязан с угла, сейчас у меня 14 фрагмент узора, который я завершаю. Готово. И здесь сейчас в угловую, в последнюю точку провязываю столбик без накида. И 2 воздушные петли подъема. Переворачиваю вязание. Продолжаю. Закрепляюсь между узорами вот в эту точку. Столбик без накида. Вот здесь сейчас мне нужно вернуться к навязыванию пучков. Делаю накид. Возвращаться крючком мне нужно будет в точку, которая немножко раньше той точки, откуда вывязан пучок прошлого ряда, чтобы перекрыть вот эти вот столбики. Здесь, соответственно, чуть раньше, чтобы перекрыть вот эти столбики. Итак, накид, возвращаюсь в точку, подхватываю нить, еще один накид, и таких 3. По рисунку. Протягиваю не до конца. На крючке остается 2 петли, которые провязываю вместе. Итак, теперь столбик без накида между узоров. Связывать следующий пучок я буду в эту точку, чтобы нитями пучка перекрыть эту часть узора, которая должна оказаться внутри. Итак, накид, вставляю крючок в точку для провязывания. Еще один накид. Повторяю 3 раза. И последний стежок
провязываю их вместе, закрепляю и в следующую точку между узорами столбик без накида. Здесь можно также немножко поправить. И еще раз обращаю ваше внимание, навязывание пучков делаю так, чтобы была перекрыта вот эта часть узора. То есть немножко ниже той точки, откуда выходит пучок прошлого ряда. Продолжаю до конца ряда. У меня остался последний 14 фрагмент узора. Я закрепляю здесь между узорами столбиком без накида и начинаю вязать пучок из трех. Один, второй, третий, и этой нитью собираю все. Готово. И снова закрепляю столбиком без накида в последнюю точку ряда. Делаю 2 воздушных стежка для подъема, переворачиваю вязание. На этом этапе, если узор кажется не совсем ровным, одни стежки немножко больше, очень просто его поправить следующим образом. По этой стороне мне кажется более затянутыми эти стежки. Я просто с помощью крючка их немножко вытягиваю, чтобы создать симметрию. А по этой стороне более затянутыми мне кажутся эти стежки. Делаю с ними то же самое. Может, кое-где вытаскиваю соседние. Таким образом перекрываются ненужные мне части узора, и узор становится более ровным и аккуратным. Итак, вяжу необходимое количество рядов, в моем случае 5, то есть еще 3 ряда тем же самым способом. У меня завершился 5-й ряд узора. Все петли, которые лежат не так или недостаточно ровно, я для себя поправила. Кое-где можно перевернуть. Как с лица, так и с изнанки. Более затянутые вытащить, более вытянутые заправить. Готово. Размеры моей заготовки 32 сантиметра на 12. Перехожу к обвязке более короткого края по этой стороне. Мне нужно подготовить его для пришивания клапана. Здесь хаотичные точки для провязывания, поэтому мне нужно подогнать их под свои 10 отверстий, которые у меня в клапане для пришивания. Воздушная, и начинаем. В первую точку провязываю 2 столбика без накида. Мне нужно выйти на 10 точек для привязывания, поэтому равномерно по длине боковой части сейчас я делаю добавление. Получается 5 провязано, еще 5. 1, 2, сюда же, 3, и здесь 4, и 5. Перехожу на более тонкий крючок. У меня это 3,5 миллиметра. Вставляю его в первую кромочную косу и увожу рабочую петлю туда. Хорошенько ее вытягиваю. Теперь вставляю крючок в первое отверстие по клапану и вывожу петлю
непосредственно уже для пришивания. Каждой точке клапана соответствует точка по полотну, так как их количество я специально подогнала. Далее точка в полотне, точка по клапану до конца ряда. Готово. На этом этапе я не отрезаю нить, оставляю как есть. Край начала можно спрятать под обвязку, под узор. Убираю в сторону, и сейчас мне необходимо связать детали, которые будут боковинами моей сумки. Я взяла нить из центра мотка, так как моток у меня всего один. Создаю цепочку из 4 воздушных петель. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее в заднюю перемычку, пропуская первую, вставляю крючок и провязываю столбики без накида. Первый, второй, третий. И в эту же самую точку делаю добавление, провязывая 4 столбик. Далее петля подъема. Переворачиваю, пропускаю добавленный столбик во вторую точку для провязывания, провязываю столбик без накида до конца ряда. В конце ряда снова делаю добавление, которое буду пропускать в начале ряда. Это позволит сформировать у моей детали ровные края, удобные для пришивания к основной детали. Пропускаю первую точку для провязывания. Во вторую начинаю ряд, который состоит в ширину из 3 столбиков. Последний, 4-й, здесь провязываю не в ту же самую точку, а в край полотна. С этого ряда одинаково. Подъем, пропускаю и так далее. Мне необходимо в общей сложности 12 рядов. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и прячу в текущем ряду. Таких необходимо 2 одинаковые детали. По краю детали хорошо отчетливо видны точки, в которые я буду вводить крючок при пришивании. Напротив каждого ряда, то есть 12 точек с одной и с другой стороны. Перехожу к основному полотну сумки. Здесь я не отрезала нить. И перехожу уже непосредственно к обвязке края, после чего буду осуществлять пришивание. Ввожу крючок в основание ряда обвязки, делаю точно так же соединительную и продолжаю соединительную следующую. По кромке у меня здесь точно так же кромочная коса. Беру деталь. Прикладывать буду к изнанке основного полотна лицо боковой части. Вставляю крючок в следующую кромочную косу и здесь в соответствующую крайнюю точку. Вот так удобнее перевернуть деталь и в крайнюю точку вставляю крючок. Соединительная и так далее в каждую следующую точку по основному полотну и по полотну боковой части. Продолжаю вставлять в каждую последующую по полотну и здесь уже перехожу на точку, которая соответствует короткой стороне прямоугольника. Таким образом происходит плавный переход и продолжаю, пока у меня не закончатся точки для пришивания.
Пришила до последней точки. Теперь в угловую вставляю крючок, подхватываю нить и как бы провязываю столбик. Готово. Теперь нить у меня в нужном положении. Переворачиваю и по изнаночной части сейчас проведу обвязку столбиками без накида по этой стороне. Аналогично, как и по этой, мне нужно вывести 10 столбиков. Далее еще 2 столбика. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Перевожу нить на изнанку, вставляю крючок в кромочную косу и провязываю первую соединительную, после чего начинаю пришивание детали. Верхнюю точку здесь и через каждую кромочную косу по основной детали, тоже соединительными, до окончания точек пришивания. Здесь и здесь на одинаковую глубину детали у меня опущены. Завершила пришивание, вставляю крючок в текущую петлю, делаю соединительную. Здесь отрезаю нить с небольшим запасом, чтобы завершить. Вытягиваю нить, вставляю крючок в первое звено, с помощью которого пришивала клапан, и увожу нить в исходный стежок на изнанку, после чего буду прятать кончики. Так это выглядит с лица. По изнанке аккуратно вовнутрь ряда увожу нить. Сумка получилась очень яркая и красивая. Ее не хочется выпускать из рук. В нее поместится все самое необходимое. Она дополнит любой летний образ. Остатков пряжи хватает на брелок или кисточку. Также с помощью пряжи я декорировала цепочку. Целый плейлист с аксессуарами для вязаных сумок я оставляю под этим роликом в описании. Туда же прикреплю видео по пошиву подклады в такую модель изделия. Также вы можете обвязать цепочку или заменить ее на ремень-стропу. На ваше усмотрение. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!